И снова всем здравствуйте. Сегодня наконец-то у нас покатушка долгожданная. Давно не выезжали, довольно-таки большим составом, по крайней мере, ожидаем большим составом. Едем на ту сторону Волги, в Луку. Сейчас осень, то есть там должно быть красиво, должно понравиться. Именно как туристическая поездка, посмотреть, так сказать, пикниковый выезд. Ну и все, собираюсь, выезжаю сейчас на точку сбора. И все, и двигаем. Экипировался как прямо народ, Серега. Новый горизонт, все как положено. Марат же со мной едет. Надо прибьет. Ну все, встречаюсь возле Цейфмото. Едем дальше. Заправка, заправка. Дорога дальняя. Мест заправочных там нету, поэтому обязательно нужно залиться под завязку. 95-м пенным. Давай, задави их, Редли. Утро доброе. Серега, вот Аня. Дома собираться вообще не удобно. Нифига себе. Вон оно чего! Здорово! Привет! Ну вот мы на ипароме, загрузились. Паром полупустой, народу нет. Мы, считай, заняли пол парома. Да, все, там уже остатки. Ну вот и очередной наш выход за Волгу. Давно мы никуда не выбирали, сейчас золотая осень, покидаем Самару. Едем в Луку, а там сегодня должно быть очень красиво. Желтые деревья, падающие листва. Ну вот такой уж наш коллектив. Сейчас возьмем интервью у Михаила, он нам расскажет, как сегодня будет в Луке, как он сегодня попрет на разведку, он сегодня в Вейдерсах. Не один? Кто еще? Кто? Разведчик. Кто? В ожидании. Все грустят, соскучились по катушкам. Давно нигде не были. Уставшие тети. Бывает. Грустные ожидающие квадроциклисты. Почему грустные? Ну, в ожидании, наверное, в предвкушении. Скорее на берег, скорее в грязь, в Луку. Потому что не шевелимся. Сегодня с нами новые товарищи. Только вперед. Потом Серег, ты охренеешь, что это? Вставляли, да я уже охренел. Ты смотри тут, ебать. А у меня в цуевке так же. Вот только единственное, здесь зеркало штатное, у меня нет. Тут с автозатемнением. Вот мы приехали в какой-то тупик. Достаем ножовки, пиво, бензопиво. Где проезд? Пока. Топоры. Ворот машины не ставится. Проход запрещен, то есть здесь только проезжать. Ехали, уперлись.
тупик. Тупик в виде ворот, который огораживает территорию. И причем забор такой с препятствиями сваренный. Но местный наблюдающий человек говорит, все в принципе законно. Сейчас, говорит, мы вместе с вами, говорит, скроем эти ворота. Я вас, говорит, пропущу. И все, вот у него есть ключ. Если что, все нормально. Такое вот деревце здесь маленькое, аккуратненькое валяется. Какая-то памятная дощечка. 32-13. На этом месте перестало биться сердце яркого человека, надежного друга, верного товарища, капитана команды жигулевской кругосветки Эдуарда Мичери. Ну, у меня на карте показывается. В 13 году. Что, нагрелся? Ремень? Ты нейтралку поставь. Заглуши, поставь нейтралку. Это он такое ощущение догорает. Может быть, выгоняет. Ты на повышенный шел? Да, да. Ну, может быть, поджег. Попробуй на нейтралку поставь и прогазовать его про этот. Продуть. Что, когда, блядь, нажми педаль, когда сидит, когда кит, блядь. Ну и пошевелить его надо. Иначе не включит. Нет, вот, чуть-чуть вперед. Да. На тормозах держи. Заводи. А что, подгорел, какого-то не было. Может быть, вот эти вот потихоньку из завашки. У нас сцепления нету, ты даже можешь не почувствовать. Нет, оборотов надо подплескивать. Ремень. Я не знаю. Ну все, Никит, рассказывай, как спалил ремень, как убил новый квадр. Долгая история. Ладно. Мы, судя по всему, до вечера никуда не торопимся. Само получилось, правильно? Да не, бывает, что, нормально. Это случается. Это случается. Смотри, X6 как тихо работает. Вообще не слышно, как тарабанит. А он еще не тарабанит.
а что это вы жрете? Что вы жрете, говна? Ни хрена себе, смотри, вот пока мы там за хвостом колонны следили, блин, уже последняя печенька. Четыре километра подъем. Двое суток в пути. И мы наконец достигли этой цели. Чудотворный источник святителя Николая. Хлебнем святой водички. Поднялись до каменной чаши. Попили из родничка воды вкусной. Спускаемся. Спускаться проблем никаких. Приятно, хорошо, прохладно. А вот подниматься было яй. Я, кстати, пошел, потому что думал, что здесь буквально 15-20 метров вот за поворотом. Оказалось, 824 метра. Было жарко. Наконец-то мы вернулись. Очень далеко. Очень высоко, очень жарко. А то он, ребят, играет на тарелке на какой-то. Очень красиво нос выглядит. Глянь в зеркало. Ну это тебе как-то неинтересно, надо с Коляна брать пример. Он прям вот так вот от носа и бороду такую растит. Добрались до Тольятти, переехали ГЭС. Сейчас вынужденная остановка. У нас отстало два квадра. На одном порвало ремень на хмыре. Парни сейчас меняют перед ГЭС. Возвращаться очень неудобно, нужно объезжать, поэтому решили подождать здесь. Немножко не дотянули до пирожков. Сегодня наш маршрут ведет на пирожки. Классический наш маршрут. Хотели пожевать пирожков вкуснючих, но пока не доехали. Сейчас ждем парней и надеемся успеем застать еще открытым этот магазинчик. Куда же вас прокатим? Куда едете, крик?
куда? Куда? Это называется заехали в Федоровку за пирожками. Вот это Колобок. Вот здесь вот взяли, оторвали нашу наклейку. Вот как быть? И вот, а еще здесь подают вот под тархун. Под тархун. Вот идет вот такое блюдо. А вы раки-то где взяли? А здесь же. Кстати, сейчас я ехал за тобой, прям, брат, колеи, во. Ты прям идешь очень низко. Да. У меня, наверное, такая же херня, потому что периодически чуть повыше. Прям. Все, покатушка закончилась. 175 километров мы сегодня прокатали по красивым местам. Ну и все, приехали по домам. Мы, наверное, последняя партия, которая разъезжается. Все в разные стороны. Поэтому все было здорово. Была пыль единственная, которую я не застал. Ну ничего, скоро наш сезон. Да? Скоро снег, слякоть. Еще чуть-чуть. Ну что, Серега, давай, пока. Счастливо. Ну это так, что спина не болела. Ударил не туда. Давай, удачи. Все, давай, счастливо. Счастливо. Ну вот закончена сегодняшняя покатушка. Хорошо катнули. Посмотрели на красивую осеннюю природу за Волгой, в Луке, в Самарской. Была хорошая компания, прошли нормальное расстояние. Было классно. Всем спасибо, всем пока.